Жительница Кунгура пойдет под суд за организацию наркопритона. Прямо в собственной квартире ранее судимая 44-летняя женщина размещала наркозависимых. Как установило следствие, условия для комфортного приготовления и употребления запрещенных веществ женщина создала еще весной прошлого года. В мае деятельность притона пресекли сотрудники уголовного розыска. В квартире женщины на тот момент находилось 5 человек. Их задержали и отправили на медицинское свидетельствование, которое подтвердило, задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. По решению суда данные лица были привлечены к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов. А что касается организатора наркопритона, то собрана достаточно доказательная база, подтверждающая вину обвиняемой. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, а женщине грозит до 4 лет тюрьмы